Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Хочу поздравить вас с наступающим 2022 годом. К сожалению, прошедший год был морально тяжелым для всех нас. И в нынешнем году я желаю, чтобы он прошел с легкостью, радостью и счастьем. А в этом вам помогут самые яркие моменты в жизни, которые стоит запоминать. Так вот недавно папа моей английской семьи прислал мне фотографию детей, которых я воспитывала 2,5 года, проживая в Англии. На тот момент им было 10 и 12 лет, сейчас им уже 17 и 19. И это уже достаточно большие дяденька и тетенька. Такая фотография реально греет душу и радует меня, потому что я прикладывала какие-то усилия к воспитанию этих детей. И можно сказать, что это мои подопечные. Вот такие вот подарки очень дороги моему сердцу, и именно такие моменты стоит хранить в памяти. А все остальное это бренное. Желаю вам побольше вот таких вот ярких моментов. Надеюсь, что в будущем году границы откроются, и я полечу в Лондон рассказывать вам новые маленькие истории большого города. С наступающим всех Новым годом! Пусть он будет самым ярким, запоминающимся и счастливым. С Новым годом! Ну а пока у нас одно счастье в доме. Это наш Челсик. Она тоже желает вам счастливого Нового года. Пока-пока!